Вы знаете, что у вас ленточка висит, это колорадская ленточка, которая нарушает закон об эвакуации? Мы не знали. А вы не знаете символика, что это означает? Ну, знаем, но это в России символика. Ну, это в России символика, а у нас нарушается закон. Ну, это надо было тогда, как бы я говорю. Мы въезжали в Грузию, да. Нам никто ничего не сказал. Я вам сейчас на границе. Защищается по закону. Защищается по закону, просто у нас путинское правительство, которое не запрещает это, но мы, молодежь, патриоты. Ну, да, снимите, пожалуйста, и приходите нам. Отдайте. Отдай. Да, знаем, что и какая это символ. Мы просто конфискуем это. Поэтому никто ничего не говорит. Скоро это правительство у нас не будет. Так что, у вас все будет хорошо. Ну да, конечно, будет хорошо. Нет, но вы знаете... Вай. Мы так символизируем. Что вы это делаете? Что вы делаете? Здесь Грузия, здесь не Россия. Что Грузия? А когда мы... Вы знаете, без понятия, без понятия. Без понятия. Она Надежда Савченко. Украина. Мы защищаем Украину.